Метафизические персонажи, причудливые мотивы, символы, аллюзии, визуальные шарады – образы, составляющие из фрагментов целое. Цельную личность художника Адгура Ампар, который этой выставкой словно приглашает заглянуть нас в мир своего воображения. Этот мир завораживает, восхищает, порой ошеломляет, вызывая разную гамму эмоций. 2 года назад у нас в Большом зале была выставка «Межвремение». Это была такая пауза, когда художник осмыслил все то, что он пережил за время изоляции. Да? И вот через 2 года эта выставка из фрагментов целая, на мой взгляд, и серия графических работ, и живописные полотна – это еще один достаточно откровенный разговор со зрителем о том, что Адгура сегодня беспокоен. Здесь вы видите очень разные темы. Тема человека в современном мире, тема высоких технологий, тема одиночества, тема социума. И мне кажется, Адгур очень открытый для зрителя своего художник, и ему необходимо вступать в такой вот диалог, и всегда это для него очень мощный творческий импульс. Картины как пазл-головоломка, каждую из них можно рассматривать долго. Гроздь винограда при внимательном осмотре оказывается бомбой. Силуэт человека превращается в корпус баллистической ракеты, а белый кролик на нескольких работах не просто красивый пушной зверек. Мне нравится это животное, то, что оно такое похоже на людей, потому что люди бессильны перед природой огромной. Да, и кролик, он, ну, похож на этих кроликов, хоть из себя кичимся, что-то пытаемся, но мы такие вот слабенькие. Тема какая? Это интерес автора, то бишь художника, новыми веяниями, общечеловеческими, мировыми, там, некий такой глобализацией какой-то, да, вот. Все, что несет это понятие в нашей жизни, я пытался это показать в цвете, в формах, в сюжетах. Я их периодически напишу и выставляю в соцсетях, а так они не были выставлены в наших выставочных пространствах. Да. Можно сказать, косяк – это 22-й год, пару работ за первый и пару работ за третий год, да. Сюрреализм – направление в искусстве, в переводе с французского, означающее сверхреализм, то есть за пределами реализма. Вода под кистью таких художников твердеет, а камни растекаются. Последователи этого стиля создают фантастические миры, объединяющие вымысел и реальность. Еще одним взглядом зрителей необычный мир сюрреалистических полотен Адгура Ампар не оставил равнодушным никого. Что я хочу сказать? Вот Эльвира Анатольевна в своей речи отметила, что практически каждые 2 года проходит выставка «Адгур твоя». Но я, к большому своему сожалению и признаюсь, к своему стыду, я первый раз на твоей выставке, я раньше ее не видел. И скажу честно, потрясен увиденным. Великолепные картины, великолепные работы и... Я понимаю, как говорит Эльвира Анатольевна, что это может быть пока еще только середина творческого пути. И я представляю, сколько еще впереди нас всех ожидает. Хочу сказать, что, наверное, в кругу твоих фанатов прибыла. Вот, в качестве одного из таких будущих фанатов я уже тоже есть. Выставка из фрагментов целая объединила 23 живописных и 14 графических работ. Увидеть их можно в Центральном выставочном зале столицы до 12 мая. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.